сейчас я нахожусь около своей студии в Москве. Я приехала, вот покажу вам заодно нашу парковку. У нас всегда, не забывайте, есть места, и парковка бесплатна, что очень ценно для центра Москвы. Заодно покажу вам студию. У нас администратор, косметик. Вот мой мастер Анна. Сегодня она будет мне выполнять коррекцию перманентного макияжа век. Пойдем, Аня. Те, кто со мной несколько лет, а у меня таких подписчиков много, вы знаете о том, что у меня уже есть межресничка. Мы выполняли ее еще в Новосибирске 3 года назад. И сейчас, за эти годы, мой татуаж на веках, он стал просто светлее, стал мягче, и пришло дело обновить. И поэтому, если вы делали татуаж у Еселевич студии, кстати, то спустя годы вам не нужно оплачивать заново первую процедуру, вы всегда делаете обновление, коррекцию. Первичная процедура оплачивается один раз. Запомните мой взгляд сейчас перед процедурой. И я расскажу вам, что дает эта процедура, вы потом увидите. Готовимся делать глазки Натальи, преображать ее взгляд. У нас все стерильно, и одноразовые инструменты мы используем. Мы будем работать пигментом 0. Угу. Очень хорошо ложится, красиво и заживает черный цвет. Обожаю этот пигмент. И у меня будет и межресничка. Он немножко густоватый, поэтому я немножко его разбавлю разбавителем. У нас он тоже есть в линейке. Посмотрите, 0, пожалуйста. Разбавитель. Угу. Капельку буквально и проверяем. Все у нас инструменты одноразовые. Вот так вот выглядит иголочка. Сейчас я ее вскрываю. Всегда каждый мастер при вас вскрывает иглу. Да, и он должен показать, что индивидуальная упаковка, и, соответственно, она одноразовая. Так происходит процедура рефреша, обновления спустя 3 года межресничной стрелки Натальи. Посмотрите, как Аня плотно держит глаз. Вероятность того, что ваш глаз может непроизвольно открыться во время процедуры, нулевая. И вот так спокойно у нас Наташа отдыхает. Слушаю вебинарчик. Заканчивает Анна с Натальей процедуру перманента. Я еще себя не видела. Ну все, процедура закончена. Мы постарались показать вам, как это все происходит. Смотрите на мои веки сразу же после процедуры. Вот мой мастер крадется, Аня, подходи. Аня, каково тебе было выполнять мне процедуру? Очень было волнительно, конечно, делать руководителю перманентный макияж, тем более такого места, как глаза. Видите, Аня, насколько ювелирно и деликатно мне все сделала? В общем, вот так выглядят веки сразу же после процедуры. Видите, что отек, по-моему, его вообще нет. Я буду обязательно рассказывать, как это все будет сейчас заживать, покажу вам, как будут глаза выглядеть на утро, надо ли брать отпуск. И поскольку, девчонки, зашла тема про перманентный макияж век, и вы часто спрашиваете нас, а делаете ли вы сами себе процедуру, в общем, вы уже поняли, что Наталья Еселевич уже все себе делает, все, что мы делаем нашим клиентам. Все, что возможно. И вот Ксюша, посмотрите, Ксюша, подойди поближе, пожалуйста. У Ксении уже больше года, Ксюша, есть на видео, как мы делали, да, с тобой, да, татуаж век. Посмотрите, какая классная, мягкая, густая межресничка, но уже прошло больше года. Никакой синевы, никаких потекших синих стрелок, именно черный бархатный эффект. Вот, посмотрите, насколько классно смотрится натуральный эффект. Просто у тебя черные, пышные, густющие ресницы, у Ксюши они и так такие. А межресничка это очень подчеркивает, и вместе с сочетанием с ламинированием ресниц. Я вообще перестала пользоваться тушью, то есть мне настолько стало достаточно яркости моих глаз, что очень, глаза очень яркие. Так довольна, я так рада. Вот я теперь тоже буду ходить, ты мне сделаешь ламинирование. Так что, мастера, мы все сами себе всегда делаем и проверяем на себе. Да, как сказала мне одна из наших постоянных клиенток, что мы ей открыли новый мир вообще косметического макияжа. Вот так мы творим красоту, сами себе делаем, проверяем на себе, потому что мы стремимся к такому эффекту, чтобы современная женщина в рамках большого города дольше спала, кайфовала, всегда выглядела в любых условиях, естественно, натурально, и главное, чтобы она выразительной была. И вместе, конечно же, с нашими процедурами. Всем спасибо за просмотр, пока-пока, приходите!